Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр посетил гимназию во имя преподобного Сергия Радонежского в городе Петропавловске. Владыка осветил новый актовый зал, созданный при содействии Фонда строительства Казахстанской митрополии. В 1992 году при храме Всех Святых города Петропавловск была организована воскресная школа. Вскоре она была преобразована в православную гимназию. А в 2001 году учебное заведение прошло государственную регистрацию. Благословляется и освящается окроплением воды сия священная, новопостроенное здание сие во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. И сегодня отрадно мне навестить учебное заведение, где воспитываются наши дети, школьники, воспитываются под сенью преподобного Сергия. Школа работает в режиме полупансиона, поэтому гимназистам предоставлена возможность выполнения домашнего задания под руководством воспитателей и занятия в кружках спортивных секциях. На сегодняшний день гимназия во имя преподобного Сергия Радонежского зарекомендовала себя как образцовое учебное заведение, в котором получение качественного гуманитарного образования органично сопряжено с воспитанием подрастающего поколения. Епископ Владимир с 1995 года является бессменным директором гимназии. Александр вручил благодарственное письмо руководству за труды по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Сотрудники учебного заведения за многолетнюю деятельность гимназии были удостоены медали священномученика Пимена, епископа Вернинского.